Ребята, всем привет! У нас мороз на улице в Риге, это жесть какой-то. Родилась идея показать видео, как у нас в Риге чистят улицы. Но потому что многие мне задают вопрос: ребят, неужели у вас там в Риге все завалило, как, знаете, в деревне какой-то, и снег не чистит? Нет, это не так. Смотрите, вот из окна снимаю видео, у нас мороз, чтобы понимали, минус 5. И у нас в Риге вот так чистят улицы. Да, это дорогое удовольствие, высокопрофессиональное. Почему? Чтобы вы понимали, уборка вот таких улиц Риги, городу Риги, обходится 1 миллион в неделю. Ну вот поэтому это так и выглядит, а как вы хотели? Вот эта техника, можете себе представить, каких она денег стоит? Поэтому вот, видите, из окна, смотрите, я вышел. Машины у нас запаркованы по четным дням с левой стороны нашей улицы, а не по нечетным с правой. Поэтому... Сегодня, смотрите, у нас вычищают левую улицу, но уже можно видеть, что по дорожкам можно ходить, по тротуарчику, видите, как он выглядит, ну, тупо идеально. И по самой дороге никакого гололеда, ничего, чтобы вы понимали, эта техника вычищает до асфальта. То есть сейчас минус 15, у нас там в сутки 20 сантиметров снега выпадает, как в каком-нибудь Канаде, чтобы вы понимали, да? Все идеально вычищается, заметьте, пока горожане спят. То есть вот мы сейчас ложимся спать, 11 часов вечера, да, у нас сейчас в Риге. А когда мы проснемся, и будет это, например, 8 утра, я выйду, и у меня будет чуть ли не сухой асфальт, понимаешь? И вот эта техника, она будет работать всю ночь. Вот именно это и стоит 1 миллион евро в неделю. Потому что некоторые думают почему-то, что в Латвии есть какая-то коррупция, что деньги в городе Риге разворовываются, куда уходит миллион евро. Не могут понять. Ребята, час техники вот такой, вы смотрите, на одной улице порядка 5 машин. Снег полностью вывозится, вот проверяющие проезжают потом, проверяют, чтобы все было идеально, еще просыпают дополнительно песочком. Количество машин просто, которые на видео посчитаете. И стоимость вот такой вот машины, такой техники в час, ну, порядка 30 евро в час. Оттуда и берется эта сумма. А вы что думали, что кто-то там на маленьком тракторе Беларусь, как где-нибудь в отсталой Европе, какой-нибудь там в Беларуси или в России, да, и лопатами какие-то алкоголики будут это чистить? Нет. Вот этот трактор, который вы видите, он порядка 250 тысяч евро стоит. Поэтому понятно, что Рижская дума закупила такую технику, и ее работа стоит, разумеется, денег. Поэтому гордость за Латвию, и конкретно хотелось бы выразить благодарность господину Вилнесу Кирсенсу, это новое единство из Каринши команды «Паренек», вот мэр города. При нем, наконец-то, деньги перестали воровать, и эти деньги действительно вкладывают. И любо дорого посмотреть, насколько чистый город Рига в эти заснеженные дни. У нас всегда идеально, комфортно. Самое главное, своевременно. Я в 8 утра встану, город будет чист. Спасибо вам, господин мэр Вилнес Кирсенс. Наконец-то в порядке.